Мы продолжаем наш выпуск без нарушений. К сожалению, не обошлось. Территориальный избирком аннулировал итоги выборов на избирательном участке номер 1480 в Люберцах. Об этом сообщили в пресс-службе МОС облизбиркома. Напомним, вчера вброс неустановленных документов зафиксировали камеры. На месте событий находилась наша съемочная группа. Подробности в следующем сюжете. По предварительным данным, в Люберецкой гимназии номер 5 в день президентских выборов произошел вброс в урны для голосования неустановленных документов. Поступила информация на карту нарушения «Голос» и на карту нарушения НОМ-24, что на участке 1479 в 9 часов утра произошел вброс бюллетеней, было опубликовано видео. С этой информацией ознакомилась мониторинговая группа, нами было принято немедленное решение выезд на данное место. Так оказалось, что это происходило на территории гимназии номер 5, но с участком Ростелеком напутал. Да, данный факт происходил на участке 1480. Урну, в которую, судя по видео, был совершен вброс, опечатали так, чтобы голосование не прерывалось, поставили новую урну. Данный факт будет находиться на контроле, и для усиления контроля за этим участком нами принято решение направить сюда, на этот участок, представителя от наблюдения от Общественной палаты Российской Федерации, которые будут следить за ходом голосования на данном избирательном участке и доложат нам о результатах, как будет осуществляться здесь подсчет голосов и как будут развиваться события на этом участке. Квалификацию этому нарушению или правонарушению, административное или уголовное, будут давать сотрудники правоохранительных органов. И решение по данной ситуации будет приниматься уже на основании решения суда. Имея достаточное основание полагать, что, возможно, имело место нарушение волеизъявления граждан, участковая избирательная комиссия проголосовала за отстранение двух своих членов от работы на сегодняшний день. При подведении итогов вечером после 8 часов и закрытии данной участковой избирательной комиссии на подсчет голосов избирателей будет принято соответствующее процессуальное правовое решение. В настоящее время правоохранительные органы Люберецкого района отрабатывают версию возможного фальсификации итогов голосования. Отметим, что голосование на этом избирательном участке не прерывалось и шло в штатном режиме. Наталья Григорьева, Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.